Здравствуйте, друзья! Меня зовут Рустам. Рядом со мной Тамара. Мы являемся партнерами компании LR. И у Тамары есть очень хороший результат по использованию нашей продукции, которую производит компания LR. Сейчас Тамара поделится. Тамара, расскажите, пожалуйста. В общем так, 36 лет. В течение 10 лет это диагноз дисартроз, заглубленного сустава 3-4 степени. То есть в день я могу пройти 100 метров. Если 200-300, это нужно, так сказать, лежать, вести на машине. Это травма или это какое-то заболевание? Я так думаю, диагностировали? Травму нет, не диагностировали. Скорее всего, все-таки это неправильное питание, но в том плане, что я в крафте, да, и образ жизни. Да, образ жизни, то есть целый день сижу там, отчетность, кофе пью, покушать некогда. В принципе, присущий большинству сегодняшних. Офисный работник, так сказать. И результат, значит, изначально там ущемление нерва и так далее. Но дальше все пошло более глобально и дошло до того, что куда бы я ни обращалась, чтобы мне врачи сказали, что нет, все-таки не нужно делать операцию, такого не было. То есть вот центр Титова в Москве здесь есть, ударная волновая терапия, центр Калягина под Сочи. То есть сказать бы, что я бездействовала и пыталась там себе как-то помочь. Губновский центр, хороший центр, замечательный, но там мне тоже сказали, что только операция. Единственное, я посещала вот эти тренажерные залы для того, чтобы укрепить мышцы и было бы проще мне восстановиться после операции. То есть, если я правильно понимаю, вы обратились в различные центры, да? Да, вам что-то назначили, но все-таки рекомендовали какое-то хирургическое вмешательство. Обязательно. Да? Без этого не обязательно даже, да? Да, да. Там, то есть я искала все-таки, где какой бы помочь мне центр, чтобы избежать операции, но не было. И в итоге в 2015 году, в январе, в Краснодаре был бизнес-день в компании LR. И девочка, значит, поделилась своим результатом. Была травма позвоночника. И сказали, что ходить там не будет вот так. Человек выступал там на каблуках, все рассказывал вот из Черкесска. То есть есть контакт. Вы уже были партнером тогда на тот момент? Да, самое интересное, значит, мой супруг и Анастасия Макарова, у нее супруг, это братья, двоюродные, да. Соответственно, я приезжала к Насте, жила у нее, лечилась в этом центре Титова. Но на самом деле на тот момент не было информации по этим питьевым гелям. Я все это вот в каталоге пролистывала, я думаю, там уже там спорт питания какой-то, это не для меня, в общем, да. Вот. Я сейчас, конечно, понимаю, если бы на тот момент мне дали эту информацию, было бы все гораздо легче и проще. Ну вот, значит, в январе 15-го я получила эту информацию, начала пить обои. Динамика пошла через 2 месяца. Опять-таки, многие спрашивают, 2 месяца и все. Ну, нужно понимать, что, да, допустим, серьезный диагноз, у меня был там 2-3 года, из 10, которые там провоцировали. У кого-то это может быть там 20-25, соответственно, это не будет там результатом в месяце. Нужно настраивать себя там на год, там, полгода. Серьезно? Да. Но на сегодняшний день, вот, как бы, я могу целый день ходить на каблуках. В планах встать на лыжи, покататься на коньках, обязательно снять видео, все это показать. Знаете, когда мне первый приступ, у меня такой был 25 лет, и когда я обратилась к очередному зубу, возможно, там врачам операция, это видео, конечно, и мне в 25 лет говорили, ну если будет болеть, там пейте вот эти таблеточки, совсем будет плохо, ходите в палочку. Ну это, вы понимаете, как это. Ну, отлично, Тамара, я вам желаю крепкого здоровья, да, делиться этой информацией просто, потому что действительно многим людям, возможно, да, диагностировали что-то подобное, да, серьезное, когда традиционная наша медицина просто говорит, что все, да, рубеж, нужно да, менять там, сустав, хирургические там, вмешательства, наши продукты, да, они
ну, это шанс обязательно нужно. Да, и по крайней мере нужно попробовать, да, да, изучить и попробовать то, что вы сделали. Ну, так же, как и мы для себя для себя решили, да, мы будем какие-то годы, если будет результат, тогда уже будем что-то принимать другое, ну, нам повезло. Спасибо большое еще раз. Спасибо. Всем всего хорошего. Будьте здоровы.